Санкт-Петербург. 3 апреля у нас. Выпал снег, все замерзло. Все, дорога заледенела так, что чистый каток. Там такие аварии, конечно, жестокие. Так что вот такая вот погода в Санкт-Петербурге. А буквально несколько дней назад у нас было плюс 20, плюс 17, 20 местами. Да, у нас разная погода была по области. Так что будьте предельно аккуратны. Смотрите, как летит. Сейчас бах-бах-бах, это как в боулинг играет. Друг друга догоняет. Так что все. Всем удачи на дорогах.